построенного евразийского пространства. Поэтому есть инициативы разнообразные, бывают такие, так сказать, концептуальные инициативы, которые очень красиво звучат, и которые, ну, они могут быть, а могут и не быть. А есть инициативы, которые вызваны вот настоящей потребностью, острой потребностью народов в том, чтобы над этим работать. И это столь важная инициатива, понимаете, она вот сейчас уже говорили о такой частной вещи, евразийское образование, вот частная вещь, она как бы не входит в круг глобальнейших проблем, но тем не менее это страшно важно. Вот недавно я был в Польше, и, значит, там снимал программу о польских кинематографистах, выпускниках Всесоюзного государственного института кинематографии. И наш товарищ, старый товарищ Ежи Гофман, замечательный режиссер, самый, так сказать, там, один из самых успешных режиссеров Польши, значит, давая мне интервью, сказал, он говорит: «Я ненавижу дружбу народов». Я говорю: «Ты что, обалдел, что ли? Я совершенно с другими целями сюда приехал. Что ты говоришь?» Он говорит: «Да дай мне договорить, потом будешь спорить. Я ненавижу дружбу народов, но я готов жизнь отдать за дружбу людей, которые представляют эти народы. Потому что только из этого частного чувства рождается настоящая дружба народов. Все остальное — декламация». Вот здесь в зале сидит ректор ВГИКа Владимир Сергеевич Малышев, а в прошлом студент ВГИКа. И он может подтвердить мои слова. Институт кинематографии назывался